рубрика «Портрет животного». Третье место в этой номинации занимает Хохлин Диана с работой «Бурундук», Швейцария. Диана, к сожалению, не смогла приехать на нашу сегодняшнюю церемонию. Швейцария пополняется еще одним замечательным призом. Второе место. В номинации графика «Портрет животного» достается Ангара Анжели, «Зеркало души», Италия. И Анжела отсутствует, поэтому у нас у входа стоит уже грузовик с надписью «Почта России». Мы туда складываем все подарки и развезем их к Новому году, успеем точно. Ну а теперь главное, чтобы в зале оказался победитель в номинации «Графика портрет животного». А эта девушка подходила ко мне сегодня фотографироваться. Вера Евсеева, работа «Мышка-малютка, Россия». Вы знаете, Вер, я думаю, что не будет никаким грехом. У нас вообще, в принципе, не написано, что все получанты, все победители говорят ответное слово. Но у нас несколько замечательных мастеров не приехали, поэтому для того, чтобы гостей не начинало подташнивать от присутствия только одного ведущего, я попрошу вас, скажите несколько слов, ну и обязательно вспомните, как мы с вами фотографировались у вашей работы. Спасибо большое, для меня, конечно, большая честь. Среди победителей занять первое место я, конечно, не ожидала совсем. Большое спасибо и огромное спасибо организаторам фестиваля за такое грандиозное событие. Для нас, среди художников, оно становится уже важнейшим, как минимум в России точно, важнейшим событием года. И нельзя сказать, что это преувеличение, что вы, как только заканчивается одна золотая черепаха, начинаете ждать следующей. Да, именно эта мышка вот так и нарисована. Как только закончилась одна черепаха в прошлом году, 2017 году. Верно, приоткройте покрывало тайны. Чем будете радовать в следующем году? У меня уже есть несколько. Вы перестаньте с нами заигрывать. Скажите, какой зверь хотя бы. Скажу. Не скажу. Ну ладно, вам за молчание, за умение хранить секреты еще один приз. Приз от компании Manfrotto. Ультрафиолетовый фильтр. Окей, фильтр ультрафиолетовый от Manfrotto. А, он у вас уже в руках. Тогда вроде бы все. Спасибо огромное. Так быстро пролетели категории, которые вручал лично я. Не знаю, я бы еще вручил бы в третьей номинации, но... Нет, я бы хочу пригласить свою очаровательную коллегу, замечательную ведущую, которая по-прежнему не краснеет при разговорах о природе. Нет, раньше, конечно, про это разговоры у нас были. Но годы летят, и мы становимся мудрее, интереснее и чище. Елена Ханга, добро пожаловать! Номинация номер 3. Графика «Животное в природе». Но перед этим, Лена, микрофон ваш, пожалуйста. Несколько слов. Здравствуйте. И хочу сразу признаться, что я нахожусь под таким впечатлением. Казалось бы, уже сколько нам лет. Но я такой красоты не видел никогда в жизни. Поэтому, во-первых, хочу поблагодарить организатора за то, что вы меня сюда пригласили. А во-вторых, потребовать, чтобы каталог, который мне показали и презентовали. Вы видели этот роскошный каталог? Вы видели эти фотографии? Просто небесной красоты фотографии. Мне кажется, что нужно сделать обязательным для просмотра на природе, на уроках природоведения в школах. Это просто обязательно. Нужно договориться с Васильевым, с нашим министром. Ой, Лена. Что? Я предлагал Министерству образования, тоже у нас выходила очень красивая книжка. Мы просто позвонили, я дошел до министра с вопросом, вот, как сделать так, чтобы послать во все школы. Да. Это такой геморрой. А что надо согласовывать со всеми местными министерствами. А что их смущает? Тут природа. Вам проще часы амбассадора получить, нет, чем разослать в все школы. Хорошо, тогда я требую, чтобы всех детей приводили на эту выставку, там первоклассников,
кто-то с 1 по 4 класс на эту выставку. Как вы поддержите меня аплодисментами? А вот это прекрасное дельное предложение. Наши дети живут в городе, кроме асфальта и плитки они ничего не видят. А тут не выезжая, не тратя колоссальных денег, не надо ехать в Бразилию, не надо ехать в Африку, не надо никуда ехать, достаточно прийти на эту выставку и увидеть такие... И я уж не говорю о том, что фотографы, как я поняла, у них другой глаз. Вот они все видят по-другому. Вроде бы вот та же самая вот таракан какой-то подмосковный. А тут смотришь, красотень, совсем другое дело, да? Вот он, талантище, где зарыт. Поэтому еще раз спасибо за то, что вы вот это вот все организовали и пригласили. И я счастлива сотрудничать с вами. Спасибо. А мы начинаем. Церемония награждения в номинации номер 3, категория «Живопись». Номинация «Графика животное в природе». Третье место. Кристина Ламберт. Ее работа «Дымка на закате». Южноафриканская республика. Георга. Страна не близкая. Приз вручается Елене Ханге, которая передаст Кристине Ламберт. Я отвезу. Договорились? Да нет, естественно. Я пошутил. Ведущий сегодня шутит, просто не переставай. Приз за второе место в номинации «Графика. Животное в природе» отправляется в Италию за работу «Принц» Морелли Глории. Надо было все-таки нашу церемонию проводить в период Мундиаля. Все были здесь, да. Но и поскольку задачи стать первым в мире фестивалем, «Золотая черепаха» фестивалем номер один, они не являются несбыточными, рано или поздно у нас будет 100% присутствие всех номинантов. Самое главное, чтобы автор, занявший первое место в номинации «Графика животное в природе», оказался в зале. Абра-швабра-кадабра побеждает! Руслан Султанов! Природа побеждает! Россия! Добро пожаловать! А также приз от компании Jabi, первый телескопический штатив, на который можно закрепить смартфон. Я хочу сказать Юле Келлу спасибо. Она не первый раз участвует в этом фестивале. Надеюсь, не последний. Она меня вот сюда затащила. И вот я здесь, сегодня рядом с вами. Юль, привет, спасибо. Организаторам фестиваля, спонсорам огромное вам спасибо за такую возможность. Мне это очень приятно. Крутые фотографы, художники, молодцы все. Поздравляем от всей души. Всегда приятно радоваться за соотечественника. Изумительный ведущий, который, я знаю, уже много лет проводит лучшие мероприятия у нас из-за границы. Лена, не надо смотреть на часы, не стесняйтесь. В общем, хорошего всем вечера. Все поняли, как вам всем повезло? Подождите, стойте, Лена. А номинация номер 4. Живопись животное в природе. Конечно. Итак, завершающая номинация категории «Живопись. Животное в природе». Третье место достается Келли Макнил. Работа «Синий бархат», Канада. Келли, добро пожаловать! Давайте особо горячими аплодисментами приветствуем нашу канадскую гостью. Конечно, мы с огромным удовольствием дадим вам слово. Путь-то не близкий из Канады, поэтому он накопилось. Все, что есть в душе, прошло. Thank you to the people of the Golden Turtle. Благодарю фестиваль «Золотая черепаха». This is an amazing
combination of art and nature. Это потрясающее сочетание природы и искусства. I am honored to be here and excited to be here in Moscow. Для меня большая честь быть здесь с вами сейчас и быть в Москве. This beautiful city. В этом прекрасном городе. I am a Canadian with Russian heritage. Я канадка с русскими корнями. Having the opportunity to come here is a dream come true. И возможность приехать сюда — это моя сбывшаяся мечта. Being a wildlife artist has given me both a joy and adventure. Быть фотографом дикой природы для меня — это радость и приключение. It is important for me as an artist to create art that helps inspire the love of nature to those who view it. Для меня огромная радость творить фотографии дикой природы, которые вы наблюдаете, дорогие гости. Для меня огромная радость писать картины золотой природы, которые вы здесь наблюдаете. It is important for people to connect with nature, to appreciate it, and in doing so, work to conserve this beautiful and integral part of our world. Это важно для людей — общаться с природой и иметь с ней связь. Thank you for the golden turtle again for inviting me. Я благодарю золотую черепаху еще раз за приглашение. The people, the art, the architecture, the music in your city was inspiring. Спасибо. Спасибо огромное. Поздравляем вас от всей души. Очень рады за вас. Прошу вас, занимайте место в зале. Под громкие аплодисменты, дорогие друзья. Покажем российское крепосольство, а? Sorry. Второе место достается Гаю Кахелич, «Розовая колпица», Соединенные Штаты Америки. Она же колпица, не толпица, правильно ведь? Но розовая птичка на самом деле, вот как-то так точно, без ошибок. К сожалению, автор отсутствует. Но впереди первое место в номинации «Живопись. Животное в природе» получает Максим Афанасьев, «Естественный отбор. Россия». Максим, добро пожаловать. И, конечно же, примите специальный приз от компании «Лоупро». Перчатки фотографа. Они предназначены для съемки в холодную погоду, что особенно актуально для стран с длинной и суровой зимой, как наша. Но эмоции переполняют, могу что-то наговорить не то. Анемия, тахикардия, все сразу. Конечно же, огромное спасибо организаторам фестиваля за раскрытие такой темы. Спасибо близким за поддержку. Ура! Спасибо. Коротко, плёстко и эмоционально. Елена, и вам спасибо огромное. Мы провожаем вас в зал. Амбассадор фестиваля Елена Ханга.